Ну что, стартовал этот забег. И хотя здесь есть определенный люфт для тактических ухищрений, то есть двое первых, если кто-то очень сильно в себе уверен, то для такого человека темп не играет роли, но когда спортсмена 13 забеге, 12 в данном случае, думаю, что придется поработать. Итак, большая конкуренция, это всегда замечательно, первые 200 метров. Давайте смотреть, кто у нас пошел вперед. Анна Русский. Марина Поспелова встает второй. Ну и, конечно, Ольга Ницина. Из этой тройки, которая сейчас впереди, Ницина имеет самый высокий показатель в этом году. 400 метров. 1:05.6 секунды. И как на 500 метров ничего пока не меняется, все вместе. 1:22. Это 500 метров. Ну, если так вот ровненько побегут, это на 2:44, на 2:45 тысячи. И получается на 4:07, 4:08. Но так не будет, поскольку у каждого свои замыслы. Марина Поспелова во главе группы. 1:58.8 за два круга до финиша. После отметки 800 метров еще плотнее стало в пилотоне. Такое впечатление, что уже в физическом контакте бегут девушки. 1000 метров мы ждем. И вот вся, фактически вся группа. Две пятьдесят и 9 десятых. Медленнее были пройдены вторые 500. Сейчас нас ждет быстрый финишный круг. Ницина пошла вперед. 3:07.5 за круг до финиша. Ницина Поспелова. Но, как мы уже говорили, кто-то чувствует себя уверенно, то и все равно какой-то. Двое первых напрямую в финале. А вот дальше борьба. 300 метров остается. Поспелова за Ницыной. Дальше небольшая брешь. Но это еще не конец, еще есть шансы. Сто пятьдесят метров Ницыной и Поспелова. Но вот Поспелова сейчас решила выиграть забег. Хотя в данном случае Ницина прекрасно понимает, что все равно первое или второе она побежит. Они с Мариной выходят в финал. 4:12.62 горит на табло.